Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить игру Анабиоз. И перед началом видео хочу попросить вас сделать три вещи. Это подписаться, лайк и коммент. Все, что я от вас прошу. Ну а мы поехали. Ну вот, собственно, мы на этом остановились. Так. Движемся мы дальше по просторам замерзшего ледокола. Как его там, северный ветер, или как его там называют. Ну, что? В смысле? Надо все ручки дернуть, что ли? Блин, ничего. Надо было все ручки. Нифига себе такой замочек. Замочек, блин. Ладно. Так, про фонарик там забыли. Забыли мы про фонарик. Так. Что-то снова дверь это. Это загрузка прошла, непонятно, что-то я вообще не въехал. Типа это. Прошли локацию. Не забывайте греться от источников тепла. Понятно. Это мы уже видели, это мы уже знаем. О. Факел зажег кто-то. Прям факел. Ладно. Ну что? Смогу ему помочь как-то? Ох ты! А, у него труба! Давай. Я знаю тайский бокс. Отлично. Так, у него труба была. Я могу ее взять, нет? Еще погреться, наверное. Восстановить силушки. Отличненько. А, похоже, с трубой нас кинули. Так. О! Ничего себе, здесь вода есть. Не замерзшая. Да ладно. Вот этот агрегат уже потяжелее будет. Так. Только не говорите мне, что мне придется вот. Ну-ка. Да сколько? Можно-то. Ублюдок вынырнул, надавал мне похари и уплыл. Не есть хорошо. Короче, сломалось, проход открылся, получается.
А эти ящики мы не можем разбить, да? Плохо, плохо. О! Лед треснул. Да чтоб тебя! Что она все так пугает-то? Так, главное не упасть в воду. Иначе, я думаю, мы замерзнем. Во-во-во-во-во, кто где? Ползет. Ну-ка. Я тебе сейчас... Да блин. Прекращайте, а. Туда не пролезть вообще. Так, понятно, наверх, да? Там, кстати, я видел, светилось это красное, вон, да. Чуваку, наверное, помочь надо. Можно сделать так, чтобы он не умер. Давайте поможем несчастному. Все баллоны перевала пустые. Ты, если где-то рядом со спасательной станцией, там раскрытые лодки я видел один. Найдешь, плыви сюда, только аккуратно. Угу. Да ладно, мы будем плыть на шлюпке. А, она сама плывет, да? Мне только светом надо управлять. Здесь же не будет никого, я надеюсь. Воу-воу-воу-воу, кто там? Где, блин? Ох ты, урод, а? Слышь? Кто они такие-то? Что за зомби? Давай ко мне прыгни. Уйди, уйди, уйди. Свалили. Свалили, урода. Что за фигня? А, он под водой, что ли, мне пытается это... Перевернуть лодку, что ли? Окей. Приставучий, блин. Так, а сохраниться здесь нельзя. Он же, походу, махаться не может, уже выдохся. Просто залазит на лодку.
А, да ладно, все, мы помогли, что? О, какая-то. Так, может сохраниться. Данка, один из тех людей, молодой красавец. Красивый всегда смелый. И вот он говорит им, своим товарищам. Не своротить камня с пути, думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь. Ведь имеет же он конец. Все на свете имеет конец. Идемте. Ну, посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня. «Веди ты нас», — сказали они. Тогда он повел. Еще история Данка в каком-то. Сюда мы приплыли без приключений. Не то что в воспоминаниях. Ну, погреться бы не мешало. У нас вообще здоровится. Не очень хорошее. Так. Замки просто. Просто замки. Так. Капитан, по курсу сложный участок, лучше его обойти. Сложный участок? Я думаю, мы с этим справимся. Не терять же нам сутки, по-вашему. Мы можем потерять значительно больше, если трудности окажутся серьезнее. Моя команда может себе позволить испытывать трудности, особенно если они предоставляются со временем все реже и реже. Но трудности все же лучше избегать, особенно если такая возможность предоставляется заранее. Вы мне предлагаете не доверять своей команде? Здесь дело вовсе не в доверии, а в элементарном здравом смысле. Вы считаете здравым смыслом 20 лет кряду ходить через полярный круг? Но в данный момент это же реальная угроза. Бедный, испуганный мальчик, ты опять испытывал лозу. Но ведь дело не в лозе, а в лозоходце. Послушай меня, иди к себе в каюту, там ты будешь в безопасности. Просто безумие какое-то. Что за лоза-то? Что-то так и не могу понять. Что такое лоза? Какой-то ясновидец, как мы там говорили. Так, ящики не открыть. Тут у нас тоже ничего. А, погреться можно лампу. Отлично. Немножко, но согрелись. Кстати, смотрите, тает что ли? Или? Да, тает. Растапливает. Ладно. Я думаю, там ничего нам не надо брать. Идем сюда. Так. Значит, сюда. О, боже.
Что он там психует? Че он лампочку? Они типа света боятся, что ли, или че? Прожектор там уничтожил. Радует то, что фонарик бесконечный, не кончается. Батарейки не сажаются, как обычно бывает. Так. Дверь сюда, и у нас еще вниз там можно спуститься. Вон. А, она все равно не открывается без ручки. Чтоб тебя! Надо мочить этого козла. Так. Все подтаяло. Я слышал, он там, по-моему, вынырнул, да? Нет? Блин. Спускаемся. Что делать-то? Спускаемся в темноту. Ничего не делает. Блин, в воде тут, наверное, холодно. Ноги мочить. Помочь, наверное, надо. Воу. Короче, надо не медлить. Сразу все открывать. И что? В смысле? Я же двери. Или они в каком-то определенном положении должны быть эти две ручки? Так. 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 И? Не понял. Странно что-то. Ничего он не делает, ничего.
открою эту дверь. А, ручки одной не хватает. Я понял. Наверное, где-то здесь валяется, нет? Вот ее не хватает. Быстрей, 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 быстрей. Отлично. Еще такие головоломочки, оказывается, есть. Лоза. Виноградная лоза, ну или ивовая, неважно. Она ведь параметров не имеет. Дай себе задание найти воду, задай признак, показываемый этим прибором, и обрящешь. Этот метод работает в случае, когда лозоходец имеет возможность непрерывно расхаживать по полям и в лесу по своему собственному усмотрению, движимый внутренним ощущением. А вот когда за ним всюду следуют толпы, то менее вероятно, что вода будет найдена. Поэтому многие лозоходцы ходят искать без объявления в случайно выбранные часы, чтобы гарантировать себе уединение, которое им требуется. Так. Большая красная кнопка. Ой. А, погреться можно. Все, больше здесь ничего. Здесь больше ничего, только погреться нужно было. Вентиль. О-о-о. А, типа тает. Ну что, на этом я буду заканчивать. Ну что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.